сейчас вашему вниманию, россияне, будет представлен номер, который исполнят лауреат международных фестивалей, образцовый хор «Преображение», заслуженный работник культуры России, композитор Михаил Славкин. Удивительное название композиции. Кому зимой жарко? Вот и узнаем, кому зимой жарко. Мерзнут ноги, мерзнут руки, мерзнут шубы, шапки, брюки, мерзнут шубы. Мы на море.
Заслуженный работник культуры Российской Федерации, композитор Михаил Славкин.